Ну что ж, всем привет на моем 231-м стриме, и мы внезапно начинаем, продолжаем превозмогать. Просто я пересилил наконец-то тебя спустя сколько, по-моему, пару месяцев. Наконец-то мы продолжаем Wings of V. Вот уже 25-й стрим по этой игре. Я ее начал проходить в день ее релиза, какого там, по-моему, 26 ноября вроде бы прошлого года. И вот еще до сих пор не прошел, хотя вот, в принципе, в течение года были стримы с разной периодичностью. Ну просто вот, просто честно вот, превозмогаю сам себя. Привет, Шкипер, Рекорд, Старос, Сова, Гоги, Днище. Всем привет. Так, чё, почему геймпад? А, все. У нас 71% пройден, 6900 смертей и почти 53 часа геймплея. И у нас босс Азурил. Ой, надо хоть вспомнить вообще управление, чё как тут делается. Так. Сейчас буду крабить по-страшному, я ещё всё забыл. Блес, ну потому что хочется пройти всё-таки эту игру как-то. Привет, Торыч. Ну, надо пройти Wings of V. Ну, просто надо пройти Wings of V. Как бы тут без вопросов. 2000 смертей... А, нет, это на уровне, на боссе там сейчас... А, тут же какая-то еще возможность... Я забыл, как эта возможность израсходуется? Что-то я забыл. Ой, я вообще забыл, честно. Я вообще забыл этого босса. Я не помню, что сейчас тут происходить будет. Вспомнил. Надо держать кнопку, и там тогда можно будет, типа, вымикрить. А. Стоп, как? Надо стрелять, тогда они смыкаются. Блин, я вообще... Ну, сейчас вспомню. Привет, Фаспапи. Ну, не знаю, Тор, как бы, ну, не хочешь заставлять, не заставляй. Так я с тех пор и не стримил ее, Белес. Я с тех пор так и не стримил. Мне очень было тяжело себя заставить. Most hated boss? Low is it? Ooh. It's very cool. Hello, Мордукай. Охренеть, он, ну вы поняли, короче, кто не понял, он спустя 25 прохождений этой игры прошел ее без урона. Без урона, Карл. Надо скидывать, я вспомнил. Ну, это типа секретка, то, что босс бегает, как бы, просто... Он ничего абсолютно не делает, никак не помогает. Да, кстати, сова, да, на той фотке Солгрин, Джеспер. Да, ее Солгрин делал. Ну, да ладно, почему не поверит? На самом деле полно, как бы... Вы видели спидран на Games Done Quick? За полтора часа игра проходится. Игра на Mortal моде за полтора часа проходится. Ну, this Russian stream... My English level... not good. Так что разбирайся там, как хочешь.
Да лол, ну как это вообще жесть, микрить, я хз. I speak Russian and little bit English. А, точно, у нее щит. Да. Привет, бобер. Да, именно так. Yes, thank you for a tip. Блин. Короче, вот видите, у нее щит появляется, да? Если он доходит до красного, то я какое-то время не могу урон наносить. Я забыл про это, мне вот тот человек напомнил. Блин, да я... Попадаю постоянно в эти штуки. Может быть, оружие все-таки поставить какое-нибудь... другое, не знаю, хотя нет, ну не знаю, только как бы понравилось по стрим и что. Ой. Да лол, ну... Больше, говорю, ничего не делает, абсолютно, просто болтается. И, ну, по приколу чисто. Тут еще кролик есть. Смотри. Есть еще какие-то, но я их не знаю, где взять. Боже, как модер на Твиче ничего не делает. Не ожидали меня тут увидеть, но Старос на СК2-че зарегался. Я от этих вообще не могу уворачиваться нормально. Они такие, у них такая траектория непредсказуемая. Просто шатать ее. А у меня здоровье просто улетучивается вообще в миг. Привет, Эксельфер. Не зарегался, а вошел. А типа ты тут уже давным-давно зареган? А...
сделай стрим по Тоха 14.3 завтра, зачем? Я ее прошел. Это надолго Тор, естественно. Ты видишь, я уже 2 часа 40 минут ее убиваю, 210 смертей. Васпапи, они, вот когда я задеваю зеленых сверху, то когда они падают и вызывают платформу снизу. Через Twitch зарегался? Ну да, там же теперь, это недавно только ввели, что можно авторизацию через Twitch. А раньше нельзя было. Надо было туда, короче, выпрыгивать. А зачем тебе стрим по Тоху 14.3? Ну, смысла мне нет второй раз ее проходить. Как бы там даже концовок-то нету разных. То есть вообще абсолютно нет смысла второй раз проходить. Ну, как бы чисто только для удовольствия, ну, не знаю, как бы мне много видишь, что есть постримить. Сейчас еще Wings of Fee проходит РНГ Гай, ну, из нашего сообщества ванаби русскоязычного. Он сейчас на этих, на сестрах орков находится. Ну, скоро и до сюда дойдет. Блин, да я не тут, я неправильно выбираю маршрут. Слишком мало платформ. Чё же тут на демон моде? Наверное, вообще жесть какая-то. Блин, тут надо следить за 10 вещами одновременно. Очень сложно. И если я правильно понял того иностранца, то... Это самый сложный босс в игре. То есть, типа, последний будет не такой. По крайней мере, он сказал, самый ненавистный. Опять похавать замутишь? Ну, давай. Привет, Бэт. Focus on keeping platforms up. By touching green mask. То есть, значит, сфокусируйся на том, чтобы оставить платформы на высоте. Ну, дотрагивайся до зеленых масок. Я рекомендую попытаться стрелять в нее по возможности с твоими... А, вот этими шариками. А, то есть как бы издалека, да? Ну, окей. Значит, попробуем сосредоточиться на том, чтобы платформы были всегда доступны. Да лол. Да ничего-то не пошло. Не, она слишком высоко. А, хотя нет, да... Долетает до нее. Лёгкий нет.
Блин. Да тут фигу следишь за, ну... Блин, это вообще жесть какая-то. Да, да, 52, 53 часа. А вы что хотели? Это Wings of Fee, блин. Но больше я проходил 82 часа где-то. Крабжен, так что я за 10 минут не смогу. Ну, стой ты на платформах дурацких. Что-то вообще не прёт. Я, между прочим, ей оставлял 2 хп где-то. СК2ТВ лагает, в смысле? Какой смысл в стриме? Прохожу игру. Да блин. Оно просто заспамливает меня. Я вообще не понимаю. Ну оно сейчас меня зажмет тупо. Ну, понятно, но как бы нельзя в угол зажиматься. Модеры кушают. Привет, удавчик. На сколько опоздал? На 20 минут.
Где платформы? Ну я же скинул туда зеленых. Ну что за фигня, блин? Ну, баньте, это как понятно, что это. Но у меня радуга не сработает. Ну, в смысле, даже через МИ. У меня через МИ вообще не отобразятся ваши сообщения, так что... Ну, блин. Какая же жесть. Блин, красный щит. Чё за... Так слова всегда бывает. Да ну, блин. Я вот поэтому не хотел возвращаться к этой игре. Такой босс, это просто такой босс. Просто супер. Мне было просто дизмораль от него, очень жесткое. Ну блин, ну реально же пройти все равно. Ну как бы... Так или иначе. Что это за смайл? Лол. Хасугрин отдыхает? Ну, нет, конечно, но... Не, по-моему, больше давал плюс 10 к микро. Карма добавляет. Нет варианта такого фастпапи, нету. Привет, Гейн Стори.
сраные, блин, эти кристаллики. Ну что вы начинаете там спамить-то смайлами? Не, ну я как бы в принципе не запрещаю, но отвлекает немного. Ну давай, удачи. Да нету варианта такого, понимаете, если я начал стрим по Wings of V, это значит, что будет стрим по Wings of V до конца стрима. Как бы у меня так было всегда, ну, как бы нет такого варианта сейчас закончить эту игру и пойти во что-то другое. Просто как бы можете даже не предлагать это вообще ни в каком виде. Конечно, бы в идеале бы убить бы сегодня этого босса, иначе, мне кажется, меня задизморалит еще на 2 месяца. Он говорил сфокусироваться на платформах. Блин, ну тяжело, очень тяжело. Не попал. $5 миллионов можно, а пойти в Боши нет. За жесть. Там уже 2 портала огромных. Блин, пипец. Нет, Тор, я же говорю, можно даже не уговаривать. Чё тебе этот босс сдался? Гейн стори, инфа не сотка. Инфа не сотка.
да, я думаю, у них нет 5 миллионов одной купюры. У них, я знаю, вроде есть 250 миллионов долларов одной купюры. А 5, я думаю, нет. Ну, уговаривай фас папе. Но, как бы, ничего из этого не выйдет. Ну, Тор вообще без понятия. Ну, как бы, я тут не... Я же не психолог. Не знаю. Поменяй отношение к стримам. Блин, опять красный щит. Ну я же это упал, уронил. Чё начинается? Ну, к тому же, как уговорил, чисто словами, да, ну, не деньгами, ничего такого, да, то есть, не материальными ценностями. Значит, не такой уж он и принципиальный был. Битый. Да на экране полная жесть. На самом деле, я тоже не, ну, не такой уж принципиальный, то есть я просто как бы не хочу, да? Ну, то есть зачем? Мне это не нужно. То есть, как бы я не давал там какого-то обета, типа, никогда там не пить или что-то типа того, да? Просто мне это как бы не нужно и не хочется, и вот и все. Но как бы и не думаю, что ты это сможешь изменить как-то. Да ну... Презеру. Стрим досмотреть? Но стрим еще долго будет идти, скорее всего. Я только начал, по сути.
Как я 2 хп оставлял ей? Я же оставлял 2 хп, как? Ну давай, Старос, удачи. Нет, Белес, тут ничего не упирается. И причем это только Mortal Mode. На Demon Mode, я так понимаю, еще что-то есть. Да ладно, тут границы экрана я почти не задеваю. А, ну в смысле верхнюю границу. Не, вот на самом деле вот эти бы вот красные бы убрать, и все, и нормально было бы. Вот очень доставляют эти красные, потому что на них очень много времени уходит, чтобы их размигрить из урона. Либо вот эти фиолетовые. Ну, короче, да, что-нибудь одно бы убрать бы, но, в принципе, как бы вот... Мне больше всего хочется красные убрать. Заспамить? Нет, видишь, вот щит. Смотри. Вот, видишь, красный? Сейчас я не могу урон нанести. Человек, который прошел ее без урона, посоветовал концентрироваться на поднятии платформ. Но это очень сложно. А, их нельзя убрать на демон моде порталы, но это пипец. Тут-то вон тоже порталы есть, но их убрать можно. Да не, ну скорее всего он на самом деле прошел. Ну, как бы, лол, я абсолютно этому верю. Ну, то есть в этом нет ничего удивительного. Смотри, вон люди Камилию третью проходят, как бы, и чё, да? Она сейчас зажмет. Она меня просто сейчас зажмет уже, все. Не, ну, не буду никакой демон мод играть. Вы и прикалываетесь, что ли, на демон моде играть? Привет, Эпсилон. Да, невидимый Тетрис проходил. Ну, там он невидимый после титров уже. Это как бы бонус.
В смысле, Тор, кто так думает? Никто так не думает. И разумеется, он же сказал, он 25 раз прошел игру перед этим. 25 раз прошел игру перед этим. И потом прошел ее без урона. Привет, псих. Тор, никто так не думает, что он с первого раза. Это ты что-то придумал только что. Если бы он ее с первого раза прошел без урона, тогда бы это было бы, да, это что-то было бы экстраординарное. А как бы, поэтому я говорю, что ничего такого сильно удивительного нет, потому что он просто затренил это посинение просто. Ну, Зеро, руками прочувствуешь. Ой-ой-ой-ой! Блин, они прям по мне проехались колоссально. Ну не пошло, не пошло что-то сейчас. Давай, удачи, Зеро, удачи. Ты думаешь, я могу понять, что происходит на экране? Ну такое. Блин, ну провафлил. Надо от красных очень быстро стараться избавляться. Для этого надо сразу видеть, где разрывы. А это не всегда удается далеко. Нет, нельзя фаспапе, он прекращается через какое-то время. К тому же в том режиме нельзя стрелять даже. Зато урона нормально влил, хоть и до красного довел, но... Так, ну...
хотел портался с памяти, что-то на красный забил. Ну, так, блин. Вот. Да, босс как, без кислотного тела, как ни странно. Да, это компаньон больше. Но он ничего не делает в этой игре, как ну, любой компаньон. Просто говорит, it's party time. Ой! Блин, не в ту сторону, не в ту сторону. Пипец, бот. Прогресс никакого, ну, то есть относительно вообще максимального прогресса на боссе никакого, но а так 3 с чем-то хп сегодня оставлял. Нет, он никак газ. Ну куда я урон сейчас получил? Для кого? Ты вообще не видел разрыва. Я настолько слежу за тем, что происходит плотно, что я даже не могу что-то говорить в этот момент. У меня просто все ресурсы уходят на то, чтобы следить просто за всем. Надо еще и стрелять, и платформы держать. И от этого, и за синими следить, и еще какие-то там хрени, порталы вылазят, и что-то... Еще прыжки контролировать, чтобы, то есть, мне в пропасть не упасть. Ну, блин, ну, виноват, ну, блин, все. Засрал попытку сразу.
Ну, лол, это была неплохая попытка. Это была очень даже, я бы сказал, неплохая попытка. Ну, по крайней мере, начало. Блин, тут еще рандом какой. Вот это вот уже не так, не такая попытка. Вот та была намного лучше. Вообще не разобрался. Ты намутила хавчик, а у меня уже горит. Никогда не играй Wings of Fear. По крайней мере на Mortal моде. Но на Ангел моде нет смысла вообще. Это такой вообще. Ну, не очень, короче. Ну, то есть он как бы не то чтобы просто легче, да? Он да, он намного легче, из-за этого он не интересен вообще абсолютно. Нет, я не голодный сейчас. Но злой. Да умри, портал! А, срань, она открыла портал. Просто вот где там было микрить? Где? Я не могу постоянно открывать платформу, потому что мне не просто надо летать за зелеными, мне нужно, чтобы они еще падали в платформу. То есть, если они даже падают между платформами, это никак не сработает. Мне нужно, чтобы оно именно попало на платформу. Я и так слежу за 15 вещами там. Давайте даже посчитаем. Я сижу за красными штуками, за синими штуками, за облачком летающим, за порталами, за самим боссом, что в него надо стрелять, за своими движениями, то есть там, ну, типа, сколько там таймер этого летания и так далее. Потом вот эти маски, то есть и вообще есть ли платформы. То есть вот за 8 вещами я слежу одновременно.
свалился. Привет, Цубаса. Не туда, я не видел, куда надо было. Привет, пророк. Ну, блин, я и так, у меня куча куда мест, куда анонсы надо совать. Как боссик? Ужас, ужас. Я даже не хочется шутить на эту тему, типа там изи, то потому что это ужас. Он просто выжимает все соки. Ты больше тренишь? Зачем ты больше тренишь? Отлично. Надо было туда падать, я же знал, что она высунется. Привет, Игин. Я знаю, Азурил ее зовут. Меня бы спросил бы, я бы ответил.
Причем, если я правильно понимаю, после этого босса практически сразу будет последний босс, то есть уже уровней не будет, ну, вроде бы. Я, конечно, не видел, как бы, да, и не надо спойлерить, но, по-моему, так. То есть, блин, надо просто превозмочь, как бы, и все. И причем последний босс, он вроде как проще, прям все говорят, что он, как бы, вообще там чуть ли не изи. Надо вот этого босса просто пройти, вот этого... Не, весь уровень точно невозможно держать с поднятыми платформами. Надо хотя бы половину удерживать. Давайте, может, я вообще не буду на вторую половину уходить. Всегда только в одной части держаться. Скажем, вот 5 платформ удерживать. Ну, блин, правда, пока что-то не выходит. Хотя бы, ну блин, даже 4 тяжеловато. Ну правда, она так меня больше зажимать будет, естественно, но... Привет, Владислава. Ну а что ты картинки всякие, Владислав, нехорошие скидываешь? Я же жал и нажал. Ну какой портал? Уйди, умри. Блин. Ну, два раза урон получил. Мог бы и не получать об этом урон, честно говоря, пожадничал.
Ну... Блин, не попал. Как же я мало у нее сношу здоровья. Очень мало. Ее вообще-то как бы убить надо. Полностью потратить здоровье. Мне что-то как-то этим вообще не пахнет. Зато, насколько я помню, у нее нету фазы ярости. Ну, как бы формально. Ну, она как бы порталы начинает с определенного вроде момента впускать. Но это как бы... немножко другое, по-моему. Да, сова, скорее всего, все, Читамен. Ну, очень не скоро. Рейп, да, Читамен. Скорее всего, очень не в ближайшее время. Ну, потому что есть другой чипострим. Не, ну если рейп пройду, и вот не Wings of V, ну, пройду, в смысле, восьмой мир, то может, да. Но, скорее всего, как бы, очень не в ближайшее время. Надо было сразу его проходить, потому что... Урон получил, да ладно. Тоже сейчас вообще не нужный урон был, абсолютно. Не было никакой необходимости в нем. Заспамила. В лол играл до 7 утра. Кто-то говорил, что больше 5 часов стримов больше не будет. Ну, Игин, ну, как бы, ну, не хочу спойлерить. Я вот тот момент вообще первый раз увидел, который у тебя был. Я раньше даже не знал его существования. Даже примерно. А, не на стрим? Ну, блин. Ну ладно, хоть не на стрим. Куда мне? Чё мне делать вообще? Ну вот, что мне делать в такой ситуации? Полная безнадежность, просто безысходность. Да я последнего босса полностью видел, привет, Декстер. Ну и что? Последний босс — это не вся игра.
Ну, сова, я тебе хоть раз приходил такое писал? Типа, ну, я, да, когда мне не нравится там, допустим, тот же Divine Divinity, я просто не захожу и ничего не пишу. И, как бы, и все, да, все так и есть. Я же не прихожу, не сру в чате. Так что мне-то зачем это высказывать? А глаза закатывают, что? Когда такое было? Что-то не припомню. Ну да, как бы я говорил давно еще, что типа лол, там и вообще мобы стримить не очень. Но как бы и что, просто высказал свое мнение один раз. Я же не сижу, не досаждаю в чате постоянно. Ну блин, не такая уж негативная. Ну просто как бы там, да, мне не нравится, но я же там не закатываю истерику или там не начинаю поганить в чате там, да, как бы. Ну да, ну мне не нравится, ну все мое мнение, но я его постоянно через каждые 5 минут там нигде не высказываю, типа в твоем чате или еще где-то, как бы. Не вижу в этом никакой проблемы. Он, например, там, не знаю, Фабино не нравится, как, что я Айвана стримлю. Ну, это вообще не нравится. Ну и что, как бы, я же не говорю, что он какой-то не очень там. Ну, не нравится, не нравится. Все, он не заходит, как бы. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно. Нравится экрану, смотришь, что ли? Ну, хз. Рожа поднимает платформы, которые под ними. Захист, ну. А чё же ты все время в казуальные играешь? Ну, кроме Боши один раз. Ну, правда, еще Супер Спайк Хантер без смертей. Ну, как бы, больше исключения, чем правило.
вообще... Я пытался. Макаэмуру прошел? Серьезно? Два круга? Декстер, ты прошел Макаэмуру? Ну ты жесткий, если ты прошел Макаэмуру, не знаю, что ты не отвечаешь, я просто, может, неправильно понял, вот именно Макаэмуру ты прошел. Без без контов, с двумя жизнями два круга. Ну если да, то это пипец полный. Что это вот? Ну что? Ну, все, как бы, я в углу, ну пипец. Ну я все, у меня там было две платформы, только две платформы, потому что там дальше порталы. Да, все, я понял. Просто недопоняли чуть-чуть. Вот ты жесткий Декстер, ну блин, ну не знаю, нельзя таким жестким быть. Блин. Как тебе терпения хватило? Ну ладно, там Айван и хардкорный, но Макаэмуру это ж пипец полный. А вот, например, огромная разница, хардкорная Айвана там и какая-то SNES там игра, это пипец. Я на NES, мне не хватит терпения, мне кажется, для большинства игр. Не знаю, сова, не представляю, но... Ты понимаешь, когда начинают спамить порталы, я красные на себя нагоняю, я их, ну, перестаю контролировать. Они же постоянно появляются. Привет, Чонси. Thank you.
Ох, бич. Плохо, 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 плохо. Да ну, озорил, ну. Да ло. Время закончилось. Уф. Привет, Задрес. Первый раз того босса видишь? Ну, такой вот босс. Ну вот, уничтожил портал. Другой появился. Я даже не знаю, о какой песне идет речь, Юген, что-то. Да, Чонся, я думал, что, ну, твой ник означает именно вот этот Чонся. А какой, а что за Чонся тогда? То есть, что тогда твой ник означает, я хз. Блин, ну я там заслупочил, я не подумал куда, я думал побыстрее бы, но размикрить надо, не пошло. Привет, Дэвил. Ну, с ночи до сих пор. Я не стримил с тех пор эту игру.
меня была жесткая какая-то дизмораль, я вообще не хотел за нее... Даже не то, что дизмораль, ну просто... Просто мне очень-очень не хотел за нее садиться, потому что она какая-то вообще невозможная. И, в принципе, до сих пор такое кажется, но все-таки, как бы, в реальности же все-таки возможный пост, так считается. Ну, не знаю, надо как-то попытаться, значит, пройти. Быстрее проходить? Это как, интересно? Я не знаю спидран тактик. Если ты знаешь спидран тактики, то можешь их подсказать. Но, по-моему, их тут нет. Ну, как бы, ну, какие-то, наверное, есть, но нужен опыт очень большой. То есть нужно все отлично микрить и постоянно ей урон наносить. Но я не понимаю, как это сделать. Это спасибо Индивису, что красиво так нарисована игра. Нет, Индивис это не нарисовал. Индивис вдохновил Салгрина на то, чтобы он перерисовал всю графику в игре. Изначально должна быть намного более убогой. А он ему скинул один рисуночек, и Салгрин такой, блин, надо перерисовать все, а то что-то как говно выглядит. Привет, Элис. Блин, ну не в ту сторону, чуть-чуть.
какой здесь портал? Ну серьезно, ну и куда мне? Привет, Айкор. А там было сообщение с ссылкой или без? Если с ссылкой, то правильно, что забанили. Неважно, как бы шутка или нет. Ну я опять щиты. Я оружие случайно переключил, но не суть. Форсить, не знаю, первый раз слышу это слово. А, форсить? Ну, это дурацкое заимствованное слово. Форс, сила. То есть что-то через силу делать. Больше не помню сейчас. Так, по-моему, на уровне, где эти водопады, ну вода там. А или нет? На, нет, на уровне, где впервые дают это перо, ну для рывка. И там налево, наверх нужно куда-то стремиться. Пошло, короче, честно скажу.
Best attempt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 20%, but it's not today. Today, 30%. Стоп, а прайд это какое? Вот это прайд? Или какое? Я не помню, как называется такое оружие. А, прайд это вот... Вот это прайд? Короче, он предлагает синими уворачиваться, спасибо, синих уворачиваться в этом вот шарике, и потом типа после этого у меня еще прыжок есть, да? Нет, я понимаю. Какую еще пулеметную очередь вокруг меня? Интересная тактика. Ну, надо привыкнуть к ней. Не так сразу-то.
Ну вообще неплохая идея на самом деле, что я по сути летаю, а потом мне еще дается все прыжки. Блин, ну опять щит. Да я два раза от нее получил урон, ну... Чё за жесть? Не пошло. Привет, Тераон, ну как вообще. Блин, да. Ну, не сказал, почему. А, привет, Just Observer. А ты прошел, да, вроде бы? Just Observer, я что-то не помню. Да, лол, ну почему я щит его постоянно врубаю? Ну, в принципе, насрать, я все равно поворачиваюсь. Ну, как бы не знаю, какая история, но смотря какие. Ну, смотри, я тут 4 часа на боссе. Ну, понимаешь, как бы... Все-таки это совсем по-другому сложность ощущается. Боже, ты как бы там умираешь, ну, много раз там вначале умираешь, когда атаки учишь, да? А тут у тебя есть много хп, как бы, да? Но тебя просто заспамливают. Если бы такой босс был бы в Боже, ты бы охренел просто. Что ее так откинуло. Ну, половина, но не этого. Не нравится его же тактика. В смысле, мне не нравится моя же тактика? Нет, я не знаю, о чем ты тут. У меня просто не получается, очевидно. Просто не получается, а тактика нормальная. Ну, как бы, ну тут в целом, как бы, нету четкой тактики, потому что рандом. Ну, на, конкретно на атаке какие-то, тактика она как бы есть, но комбинация атак она разная, поэтому и сами тактики, они на 100% не работают. В
смысле, Тора, нельзя этого босса заспамить? Ты, видимо, не вникал. Этого босса нельзя заспамить, потому что у нее антиспам защита. Я бы с удовольствием ее поспамил. Блин, вот это тупая была, урон вообще не должен был. Ты написал, что мне не нравится моя же тактика против боссов. Ну ты за... Потом ты пишешь, ну ты заспамливал в боши боссов, вот тут теперь их очередь. Ну, так... Очередь этих боссов заспамливать? Нет. Как? Я не могу заспамить этого босса. Я надевал, потом задолбал. Ну, просто надоело немножко. Решил все снять. Ну, видимо, Тор, да, ты, либо ты непонятно писал, либо я непонятно понял. А, теперь очередь боссов заспамливать тебя, вот это ты, Тор, имел в виду? Ну, я не понял. Да, да, Зеро, есть. Привет, Дефендер, чё, ты уже отстримил, что ли? 7к смертей, действительно. Не, понимаете, как бы просто уворачиваться с минимальным наносением урона, это тоже не вариант. Потому что меня все это заспамит так или иначе. Я же не могу абсолютно уворачиваться от всего, да? Как бы, поэтому урон наносить надо. Я не могу просто полностью уйти в ворота. Это не вейденс. Что я должен делать тут вообще? А, забыл про третью.
Мне, в принципе, ее красный щит, ну, не сильно мешает. Все равно я тут много очень времени уворачиваюсь. Так что то, что она там становится красной, это, ну, небольшая проблема в целом. Ой, сейчас тебя троллит что-нибудь. О, хорошая попытка. Я вообще не ожидал. Вот что за... А, надеюсь, чекпоинт был. Вообще не ожидал. Вообще не ожидал, что убью. Аметист, а? Что-то попробуй нашу медицину, хеллспаун. А, Long Life the Queen ачивка. Причем у меня здоровья еще куча в целом. Аметист, я так счастлива видеть тебя. Это было изумительно. Но Руби пропала. Да, я слышал разговор. Нам нужно найти и спасти ее, Ви. Азурил... Хелт, не помню. Мне... Что-то... В тени... Тюрьмы... Все это время, что? Не понял. Но где, там, где ты приземлилась в финальной, не знаю, локации, магия была, это, ну, снята, и я должна убежать, или что-то такое. Я не могу поверить, что мы смогли победить Азурил. Если мы сможем найти остальных и работать вместе, у нас есть хороший шанс засунуть, ну, положить конец Джохоулу. Я чувствую большую силу теперь, когда Азурил побеждена. Ну, у меня будет возможность связаться с остальными и открыть портал. Но это место разрушает мою магию. Нам нужно найти место, где я могу связаться. Давай выдвигаться. Я чувствую, моя магия... Ну... Это как... Ну, не действует, да? Когда мы приближаемся к Джохоулу. Надеюсь, у меня будет возможность держать ее под контролем. Так, дайте сейвик. Ну, наверное, сейв автоматически, да? Да. Неужели? Не зря я сегодня сел постримить. Нельзя, не зря. А, когда настал последний удар, моя магия ослабла и удрала. А, да. Все, неужели, лол. 7000 одна смерть, смотрите. Не, все-таки есть какой-то уровень. Ой, пророк, честно, лучше это. Вот честно сейчас скажу, лучше это.
Что-то за мной теперь куча всех летает. Да что ж ты? А чё, она со мной на дно идет? Да не знаю, вряд ли, наверное. А для демон формы там нужно специальное такое устройство. А, это она делает эти платформочки. Ну, типа они, ну, у нее магия нестабильная, да, поэтому. Хотел бы играть, ты хочешь стать миллионером, стал бы миллионером. Ну такое. Ну, то, что я стримлю Wings of Vivi, Гендаш. Да лол. Чё-то я не... Может, там подкат надо сделать? Там подкат и крылья надо сделать. Я надеюсь, что следующий босс — это последний босс игры вообще. Ну, не надо только, опять же, повторюсь, спойлерить, так это или не так, да, пожалуйста, не нужно. А то вы можете, как минимум, можете меня задизморалить на дроп игры очередной. Если там не последний, ну как бы, ну не надо, короче. И вообще, там какой длинный уровень, сложный ли уровень, вот таких вещей тоже не надо. Ну, скорее всего, сложный, понятно, но... Я уже вижу, какие тут тайминги. Да блин. Да что ж ты делаешь-то? Ага, на ангел моде тут был бы сейф. Не понял. А как мне там должен прилететь? Привет, Авил Фримен. Да, вижу тайминги, но не попадаю. Именно так. А, это... Я забыл, как это действует просто. Соответственно, ну, просьба там, да, к модераторам тоже. То есть, если вы спойлеры видите, то, ну, так удаляйте такие сообщения, пока их не прочитал. Ну, вообще, не только к этому стриму, да, относится. Да, Mortal Mod, Lorelei, приветствую. Mortal Mod и, скорее всего, последний уровень, не знаю точно. Ну, спойлерами считается, когда вы говорите, что будет дальше. То есть, например, там, ой, это пипец сложный уровень, да? Или там, типа, ой, да там сейчас еще босс будет, а потом еще там босс. Вот это как бы спойлеры. А как бы, а, например, вот в этом моменте, ну, тебе надо вот прыгнуть вот туда, это не спойлер. То есть, это подсказка по механике, это нормально. Ну, на ангел моде это не, ну, как бы вообще не котируется. Ну, все равно, конечно. Ну, то есть, твое право играть, как тебе нравится, да, ну, как бы, естественно. Но все-таки я видел ангел мод, вот у Дефендера, в частности, на стриме. Это вообще такая другая игра. Я не знаю, что дальше будет. Это все предположение. Это все предположение. Привет, Индивис, я прошел босса, азурил. Азурил все.
Ну, начал я в 14:40, получается, 2 часа я угрохал. Нифига они там спамят. У меня тоже горит. У меня тоже горит. Ну и как бы лол. Почти превозмог уже. Она помогает мне, нифига себе. О, первый сейв. Начинаются шуточки за 200 просто. Даже за 350, я бы сказал. Ну, Zero, ну как бы ну, ты-то себя можешь считать, что оно считается. Для меня как бы, ну... Ну так. Ага. Отлично ты придумала, ну... По-моему, сейчас налево, да? Ну, и, ну охренеть. Да, можно, короче, игнорить ту штуку. А, если ты на Ангел из Думит моды, то это уже, ну да, это уже посерьезнее, конечно. А, Пророк, потому что у нее магия нестабильная, она же сказала. Ты за сюжетом не следил? Она сказала, у нее магия нестабильная, потому что... Ну, они рядом с Джей Хоулом этим. Ой-ой-ой-ой. Типа она не может нормально сконцентрироваться. О, сейв. Да, прошел Defender, я прошел. Причем у меня еще осталось 40% здоровья. Ну, не знаю насчет, как бы, ну, там, не хардкорщик, ну, как бы, она просто очень простая на ангел моде. Он настолько ее облегчил, то есть вот Defender, как бы, ну, он считает себя не хардкорщиком, да, в целом, но он на ангел моде за стрим прошел, там, наверное, 60% игры или больше. Вот, хотя, конечно, я бы не сказал, что он не скилловый, ну, вот он сам Defender сидит в чате, сейчас скажет, что он, типа, казуальщик, там, все дела, но хотя он вообще-то нормально играет. Вот. Но, тем не менее, на ангел моде там за стрим 60% игры. Нет, если ангел из Думит мод, то это уже, да, это уже серьезно, в принципе. Я как бы, я же не знал, я думал просто ангел мод и он... Ой-ой-ой. По-моему, там что-то плохое надвигается. Да, кстати... Я, скорее всего, буду на ангел моде играть, для того, чтобы убить боссов без смертей. Ой, без урона. Типа, я же хочу все ачивки открыть в этой игре. Потому что, как бы, самые тяжелые ачивки — это пройти игру на Mortal моде. Больше нету, если потом открывать остальные ачивки на ангел моде, то больше нет сложных ачивок. В целом, как бы. И долго будет это электричество? Навсегда, что ли? Понятно. Понятно, электричество навсегда. Так не выйдет, да? Любишь ли ты червяков? Ну, такое. Привет, White Tiger. Ваншотить должна? Ну, не знаю. У меня последний патч. Видимо, может быть, он полегче сделал.
Лол. Ну, на, думит, как бы любишь все что угодно ваншотит. Шотит, наверное. Мне нравится фраза «наверное». Но думит модеры вообще абсолютно все ваншотит. А, она еще и вверх поднимается. Нет, ну как бы если бы я, если я до сейва бы добежал с этой стеной, я так понимаю, я, ну, я бы сохранился, как бы, поэтому это все-таки задел стену, не значит, что точно смерть, как бы. Наверх я не запрыгну с этим эффектом, это факт. Ух ты ж, блин. А, ваншотал раньше? Ну, значит, да. Че, с этим сообщением ты заспойлерил, что я так понимаю, скорее всего, там будет потом другая стена, и она уже ваншотает. Да? Ну ладно, не важно. Вот оно, Ви. Джехоул перед нами. У нас нет возможности победить его в одиночку, но мы можем это сделать, да, если телепортируем остальных сюда. Сейв, дайте, сейв. Я не взял сейв. Это не работает, Джихоул, ну, типа, предотвращает, да? Ну, а, это, не, типа, угнетает слишком сильно меня магия. Тогда что мы будем делать? У меня есть идея. У меня есть возможность связаться с, ну, нормально, если Джихоул будет distracted. Ну, типа, ослаблен, да? Ви, тебе нужно отправиться вниз и ослабить Джихоула. А, задержать. Отвлечь, наверное, да? Так долго, как ты сможешь. Это твой единственный шанс. Сейчас, перерывчик, 2 минуты. Привет, Теркил. Сейчас будет эпический посос. Спойлер, пека. 77% пройдено тем временем. Ну что ж, Джехоул,
Я так понимаю, финальный босс, и он, естественно, я думаю, не с одной стадии. Видимо, сейчас мы его ослабим, потом еще что-то произойдет. Пойдем знакомиться. It's Bashi time. Наконец-то. Ты зашла так далеко, ангел. Однако, твои прошлые... не очень понимаю, ну типа, наверное, твои усилия, ну, как бы, недостаточно, да, были? Ну, не знаю, так, вольный перевод. Так что, думаю, ты сможешь когда-нибудь одолеть меня. А, так что ты думаешь, что сможешь когда-нибудь одолеть меня. Ха. Мне нравится видеть твою попытку. Блин, скайп сейчас надо вырубить, черт. Вперед! Дай мне все, ну типа все, что ты умеешь, да, видимо, это так, наверное, как-то переводится. Покажись, на что ты способна. А, твое просто незначительно с тем, на что способен Джек Оул. Привет, бегун. Тихий? Нет, я просто тихо говорю. Это все убрал, скайп убрал. Мои силы тратят тебя. Потратили. Ха. Получи вот это. Эй, смотри, что у меня есть. Перо. Все верно. Я украла твои глупые эти перья. Или там не глупые. Ну, дурацкие, короче. Уйди отсюда, Миёги. Но... Папа? Это был... Асцидент, я не помню. Блин, ну... Надо английский подтянуть, конечно. Типа случайность или что? А, это была случайность. Мы посмотрим, если ты, ну типа, давай посмотрим, как ты их пустишь в дело. Что-то он побольше стал, чем был. Ой. So fucking close? Да, по-моему, не очень. Ну, лол. Ништяк, ништяк. Быстрая бита. Да, днище прошел.
А у меня 4 шарика теперь могу пускать. Надо запомнить пока все атаки, это не сразу произойдет, конечно. Я не понимаю, что у него желтый щит и красный, это что? Вот ведь он не очень. Я пока... Надо запомнить, где эти падают штуки. А, желтый копится, когда я в этой желтой фигне. Интересно. То есть мне не надо задевать, тогда он не будет желтый восстанавливать. Суров. Ой. Нет, серверов он уже написали. Я заметил, что это действительно так. Уговариваю Руби не трогать его. Ну, ППЦ под... Но, по крайней мере, я так понимаю, что это самый последний босс, поэтому... Как бы тут уже намного... Намного больше... Желание его бить. Я понимаю, что если я его пройду, мне наконец-то будет эта игра пройдена. Вы понимаете? Wings of V будет пройдена. Мне надо убить этого босса, и Wings of V пройдена. Но это же вообще, это... Это надо замутить такую шнягу-то. Убери свою какашку. Да лол. Я еще не могу уйти, лол. Модераторы тут, пророк вроде тут.
Да лол, ну я пока вообще не привык. Я не очень понимаю, когда я ему наношу урон. Вроде бы у меня даже не бывает такого, что желтая полоска полностью пустая. Чисто поворачиваться, думаешь? Только в череп буду стрелять. Да лол. В смысле, какая вторая фаза, зачем ты вообще? Фаза рандомная, тут нету первой или по второй фазы. Да ну, я забываю про подкидывание постоянно. Да, но я его бью, у него красная тратится или желтая, я не понимаю. По-моему, все-таки красная, да? Ну просто на предыдущих боссах желтая полоска означала некий щит. И типа когда он не пустой, то красная вообще не будет тратиться. Но, по-моему, здесь это не так. Ну потому что игра 16:9, я не хочу вам закрывать все. Ну вот я про это и спрашивал. Мне это было абсолютно непонятно, что желтая это не щит. Ну это не очевидно после всех остальных боссов. Вообще ни разу не очевидно. А как этим шипом-то попасть? Не могу я ним попасть никак. От этого я вообще не понял, как уворачиваться, ну то есть вообще. А имеет значение, куда ему попасть, там в ногу или... куда-то еще? Да, прошел. Как вот я был, должен был понять, что мне нужно пригнуться, а не прыгнуть?
А, типа когда он в полете, в него надо попасть, что ли? Непонятно. Не знаю, они не направляются от моих ударов вообще. В любом случае, сегодня уже успешный стрим. Как? Оно вообще просто исчезает и все, оно тупо исчезает. Оно не направляется от моих ударов. Вы все врете. Ну где оно? Оно не направляется от моих ударов. А, вот сейчас вроде отбилось. Блин, это ж как надо точно попасть? Да ну, это хрень полная. Ну охренеть, там попасть, это пипец. Еще надо подойти с той стороны. Я хз, не, я не могу попасть. Ну она в другую сторону улетает. Ну чё за пот? Чё за пот? Ну да, индивиз, тебе хорошо. Скорее всего, есть индивиз. Может быть, шипов больше, может еще что-то. Может, два черепа летают, ну я хз. Ну это срань, ну это срань полная. Небось, на ангел моде нет этого черепа, вот мне так кажется почему-то. Но, наверное, все равно это сложновато на ангел моде без урона это пройти. Хотя это будет видно, когда пройду. На Мортале.
А как ты запись посмотришь? Это же надо мне стрим стоп-стар сделать, иначе ты пока вроде не можешь смотреть. На Твиче же нельзя отматывать. Ну чё он ножкой топает-то? Я бы не сказал, что у него прям колоссально это потратило, но, конечно, больше, чем мои атаки. А, да? Демон Doomed Hellspawn? Ну... Пока у меня рекорд сколько? 10%, да, снес? Вот сейчас, в принципе, по-моему, сейчас рекорд, да? По сути, по урону. Ну там, короче, 12% потратил. Не, скорее всего, не могу в демон шарик превращаться. Сейчас попробую, но вряд ли. Не, не могу. Там же нужны были специальные такие штуки для превращения. А я могу желтую убавить как-то? То есть вот она растет желтая, а я могу ее уменьшить? Без доведения до конца ее. Там бы тайминги хорошо бы знать, конечно. Уровень всего за 50 смертей прошел. Я не успеваю посмотреть анимацию, когда он пони закидает. Да блин. По-моему, когда я вот эти желтые в него пускаю, у него тоже, да, отнимается? Опять я не понял.
Но это не было хедшотом, да? Или было? Не, в шею попал. Ну, по идее, шея ничуть не хуже хедшота должна быть. Во, вот это точно в башку. Ну, блин, желтая сейчас. Нет смысла, что ли, стрелять на этой фазе? Не могу понять эту атаку. Честно, не могу понять эту атаку. Вроде она простая, какая-то. Наверное, даже самая простая, но... Я просто не всегда слежу за анимацией босса. Тут мне как бы есть зачем посвятить без этого. Блин, вместо того, чтобы не воду нанести урон, я нанес урон себе. Вместо того, что пытался поймать эту шнягу. Может, лучше все-таки вот это оружие? Убрать? Да ладно. Да ладно, я ж прошел, ну, не прошел еще, ну, скажем, большую часть игры прошел же. Ну, вообще, да, игра очень-очень... как-то вот она... Я даже не скажу, что это очень сложная, она какая-то очень дезморальная. Я не знаю, какое лучшее слово не подобрать. Вот так тебе, на... Эй, ну, лол. Джехол прошли, по-моему, 2 с чем-то процента игроков, купивших эту игру. Ну, по Steam ачивкам. Все, короче, зарачено. Ну, блин.
нечего эту фазу все-таки делать. Просто уворачиваться какое-то время. Да никак, я ж дефендер, не знаю. Нормально, в принципе. Чё-то больше не хочется пытаться на... Ну вот, начинается. Потом скажете, что вот Судал задизморалил, блин, половину чата, короче, чтобы не играть в эту игру. Ну что, называется полезный стрим, что ли? Так, отлично. Есть. Ну, сколько получается? 17% снял. Уже 3, ну это значит уже 3-4%, было меньше. Да чё, да никто не практически, я думаю, не занимается хаком Steam ачивок. Ты серьезно, ты знаешь какого-то реального одного человека хотя бы, который сидит и взламывает себе ачивки в Steam? Я лично не знал, не знаю. То есть не гипотетически, что их можно взломать, а реально какой-то чел купил себе игру и взломал ачивки все, ну... Я лично не знаю таких. Ну, наверняка такие есть, но я думаю, их очень мало. Ну, я говорю, ну есть, но и, скорее всего, очень мало, потому что это бессмысленное, в общем-то, действие. Если бы их было очень много, то, значит, процент там... Супер Мидбой, там, прохождение бессмертей, там, последнего темного мира, было бы там большой процент, скажем, да? Но этого нету, значит, мало кто таким занимается. Я думаю, все-таки по Steam ачивкам в целом нормально ориентироваться. Более-менее реально картину они описывают. Ну, Тор, как это смысл ломать? Ну, типа, ты, у тебя открыты ачивки и все, ну, как бы, это же круто, ну, как бы... Ну блин, ты неужели ты не понимаешь, зачем открывать. Зачем вообще люди открывают? Ну, то есть, как бы смотри, пойми, для чего люди вообще открывают ачивки, тогда тебе будет понятно, зачем люди взламывают ачивки, как бы, да? То есть, как бы. Вот, в принципе. У тебя Андевис активировалось? Ну, сломанную ачивку ладно получить читами. Все-таки это разные вещи. Это разные вещи. Ну, хоть так воткнул. Тоже нормально. В смысле, Тор, ну,
Ну, как-то ты странно размышляешь. Если тебе не нравятся ачивки, ты знаешь, что ты не можешь понять людей, которым это нравится, как они мыслят, да? То есть, ну, это как бы не связанные вещи вообще-то. Ну, давай, удачи, Чонсу. Лол, я прыгнуть-то забыл, чё ты... Надо всё-таки оба шипа убирать, иначе мне неудобно там слишком микрить. Да я опять прыгнуть забыл, ну что я делаю? А где второй шип? Взлом не то чтобы смог загуглить, а типа другие будут думать, что ты что-то достиг в этой игре. Но в основном, как бы вот правильно написали, в основном это как бы, ну, школьников такое, ну, знаешь же, типа понтоваться там перед одноклассниками. Ну, что ты в школе не учился, у тебя не было подобных каких-то желаний, то есть в чем-то быть лучше, чем другие, как бы, ну, не знаю, относительно любыми способами. Ну, у каждого есть, конечно, свои границы этого, но все равно, как бы, в школьное время, по-моему, у всех есть такое желание, мне кажется. Как бы, просто кто-то его сильнее выражает, кто-то более сдержанно, но все равно. Ну, сейчас, как бы, понятно, все-таки уже не тот возраст. Слишком стар для этого дерьма, Тор. Да где шип-то, ну? Захитбоксился. Она просто исчезает, когда я справа по ходу её бью. Я не понимаю. Ну, желтая полоска это срань набирается. Короче, когда она заполнится, он начнет себе устанавливать здоровье на неконтролируемой фазе. Да ладно, ну что это такое не очень-то? Да лол.
Да опять промахнулся. Я не понял, Боша умер? Вы видели этот баг? Шипучка сверху делает то же самое, что и череп. При соприкосновении желтое увеличивается. Хорош, ну блин, ну я по-моему 18 потратил ему. Ну пока у меня 2 хедшота рекорд. А, теперь хедшоты все в меня полетели. Да какой скилл? Во-первых, не 20%, а 18, и плюс я же в него еще сам стрелял, так что там оно сносит далеко не 10%. Тяжело, Тор, ну тяжело очень. Я понимаю, что можно, но тяжело. Но к тому же, может, и нельзя на самом деле. Жал, вроде прыжок. Ну, как бы теоретически можно, но это очень-очень сложно сделать. Не помню, ты типа уже проходил, что ли? Ну, безысходность, короче. Да что ж я не успеваю прыгнуть. Не попал.
А, да ладно, ну ты издеваешься. Ну, у Варана, значит, выдержка пипец, если он за, ну, замарафонил эту игру. Я не смог, как видишь. Хотя я начал в день релиза, как я уже говорил. То есть, либо раньше него, либо... одновременно с ним. Ну, для меня что-то жесть оказалось. Ну, блин, короче, завахлил. Ногу-то. Да ладно, ну я вроде же, ну блин. Да, она опять исчезла. Надо, походу, именно с левой стороны убивать. Ну, точнее, с нижней стороны убивать. Фига себе, новая музыка какая-то пошла. Я дольше, значит, выживал, чем обычно. Привет, Инферно. Урона мало влел? В смысле мало? Ну, блин, это лучше, чем ничего. Короче, от крайнюю тоже можно в целом отстрелить. Не так удобно, но можно отстрелить и крайнюю тоже. Вот это, конечно. А, это ну... тайминги прыжков. Ну, хоть попал, не зря урон столько получил. Так тебе. Сколько там? 18 урона. Ну такое уже было. Нет, шип не надо урона влить, чтобы он отлетел. Наоборот, он пропадает, походу, из-за того, что я в него слишком много стреляю. Жучит кораблю немного, пророк. Что ты начинаешь? То есть, по-твоему, ты бы уже давно бы ему половину бы снес или вообще убил бы, да? Ну, молодец, значит, и скилловый пипец какой.
Не надо урона вливать, чтобы она отлетела. Просто нужно ее уничтожить, тогда она отлетается, откалывает. Откалывается. Видишь, она просто отскакивает. Мне не нужно на нее дополнительный урон вливать. Нет, вот именно, исчезает, если слишком много влить урона. Не знаю, что с хитбоксом Инферно, ну и игра такая. По времени она вообще не исчезает. Видишь? Ничего не исчезло по времени. А если бы я сейчас 3 раза ударил, она бы исчезла. Блин, тайминг надо просто вызубрить. Вызубрить тайминг надо, вот эта фигня. Привет, ИРДХ. Не понял, что 1 из 3. Да, лол, при чем тут это? Мы про другое говорим, и Дивис. Еще раз, про что речь шла? Пророк говорит, надо в шип урона влить, чтобы он отлетел. Я говорю, что надо его только разломить, но урона не надо потом наносить, иначе он исчезнет. Не лучше, Тор, я уже проверял. А, ну в смысле, ну понятно, что остальные исчезают по времени, про это вообще речь не идет. Речь именно про фазу, когда стоит шип, и я в него бью, вот именно про эту. Чтобы разломить, надо 2 раза ударить. Если я бью 3 раза, он исчезает. Ну смотри, сейчас ударю 3 раза. Но только там именно когда стоишь с неправильной стороны исчезает. Если стоит, то все равно вроде улетает. Ну вот смотри, сейчас он не отлетел, да? Но бывает отлетает. В смысле наоборот, сейчас отлетел, а бывает не отлетает. А когда я бью ровно 2 раза, еще ни разу не было, чтобы он исчез. То есть, как бы, лучше стабильно пить 2 раза, чем 3 раза, и непонятно, то ли он исчезнет, то ли нет. Как бы. Когда не успеваю. Ну, не знаю, может быть, надо проследить за этим. Надо тогда проследить за этим. Ну, возможно. Но ты-то об этом тоже не говорил. Thank you.
ты говорил про то, что если я бью мало, то тогда он не отлетит. Но это не так. Я тебе говорил, что это. Я только про это спорил. И я как бы, ну, в принципе, прав. Потому что как бы я бью стабильно два раза, и он отлетает. Я же тебе это говорил, ты меня даже не... Ну, ты даже не сказал, что ты о другом вообще говорил. Оказывается, ты вообще говорил про другое. Я откуда знал? Ну, сейчас, видишь, исчез. Хотя я бил сразу. Game Story, скорее всего, да. Ну, как бы, ну, по сюжету, да. Ну, как бы, я не знаю, какие тут могут быть сюрпризы, но, скорее всего, последние, да. Ну, Индивиус перевожу как могу. Только сейчас заметил, что Epic Battle на котейке происходит. Ну, вообще-то да, и меня подкидывают, как бы, когда он бьет. Да я пробовал круглую, она вообще здесь не работает. Она очень неудобна. Мне надо в какую-нибудь английскую JRPG поиграть, бля. Ну, на английском языке. Потому что, ну, надо английский подтянуть все-таки. Нет, неудобно это оружие. Я чувствую себя незащищенным. Ну, короче, ну, скорее всего, сейчас уже скоро будем заканчивать. Хотелось бы хотя бы ему, конечно, 20% все-таки снести. На этом закончить. Ну, вот эти коли способствуют этому. Блин, ну череп, ну... Ну вот на тебе. Ну блин, не в голову, сейчас ему мало потратится. Что ж ты делаешь-то? А-а-а, эту фазу я еще ни разу не переживал. Пережил, но он себе восстановил там. Вот так тебе. Но это лучшая попытка, даже несмотря на фазу восстановления. Все, потратил 20%. Потратил даже там 23%. Ну что же, я думаю, можно на этом заканчивать стрим. Уже стрим длится... Ну, на самом деле, не так уж и много. Сколько получается? Ну, 3,5 часа. Чуть меньше 3,5 часов. Но, как бы, это Wings of V. Это Wings of V. Это игра, которая вот так вот просто вот она выжимает все.
Да нет, какую фазу ярости мне. В общем, все. Спасибо, что смотрели. Я думаю, на такой-то хорошей ноте, как бы Wings of Be еще будет скоро. Да пройдем. Вроде этот босс вот этот босс намного приятнее и проще, чем предыдущий. Я понимаю, что мне нужно делать. Я понимаю, что мне нужно от этой атаки там отвернуться, пострелять в этот. А там мне просто вот так вот все шло в меня. Я вообще не понимаю, что делать. Просто убил и хорошо. Все, давайте. Всем пока. Увидимся.